В Забайкальском крае продолжает увеличиваться число заболевших гриппом и ОРВИ. Уровень заболеваемости среди населения превысил порог почти на 6%. Напомним, по данным пресс-службы краевой клинической инфекционной больницы, в Забайкальском крае развивается эпидемия свиного гриппа AH1N1. Он выявлен уже у 94% заболевших. Врачи и водители в Сретенске принуждали работать сверхурочно и выполнять дополнительные обязанности. По этому факту возбуждено административное дело. Об этом 5 февраля в Фейсбуке сообщил депутат Госдумы от Забайкалья Юрий Волков. Он рассказал, что получил сразу несколько письменных ответов на обращение из правительства России от губернатора Забайкальского края, прокуратуры и других ведомств. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов практически ликвидирован. В ближайшие двое суток все работы будут завершены. Об этом 5 февраля сообщил начальник Читинского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Геннадий Комаров. Напомним, пожар на полигоне начался в ночь на 29 января. В связи с постановлением правительства о переносе выходных дней в этом году, выходной по случаю Дня защитника Отечества переносится с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая. В марте без изменений останутся три выходных дня с 8 по 10 число. В мае отдых продлится с 1 по 5 и с 9 по 12 число.